Прыгай, прыгай, выдержит. Я залил туда чай, в этот чайник воды холодной. Холодной воды залил, а не знаю. Толера, ты здесь самый старший получается, да? Из всех. Взяла там шариками покидала. Кто там сидит? О! Yeah.
Лёха, привет. Доча, привет. Помаши рукой. Молодец. Иди-ка в кружок, встань там тоже. Иди, тебя зовут тоже. Иди-ка, Володи. Ты как умная рыбка. Ее детки все будут играть, и ты будешь сидеть один. Да? Сходи, сходи. Пойдем. 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 Давай, теперь ты делай. Верочка очень приятно, Катюша очень приятно, Иван, Алиночка очень приятно, Карина, Алина, Карина, кто? Мартин, Настя. И вот еще маленький Даник, но он все-таки не хочет дать. Ну да, маленький, пока вместе познакомимся. Я сейчас хочу 1, 2, 3, и мы громко скажем свое имя. И у нас получится одно общее имя на нашу веселую дружную компанию. Каждый свое имя. Алина свое, Вера свое, Вероника свое, Маркин, ты свое, говоришь, ты свое. Понятно? Ну что, готовы? Итак, 1, 2, 3, громко! На счет
племянницы Вероники. 8 раз Вероника вместе с нами все повторяет. Итак, чтобы наступило 8 лет, мы будем Веронику таким образом поздравлять. Надо 8 раз ладоши в лоб. Давайте руки не просто перед собой, а вверх поднимаем. И считаем 8 раз. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодцы! Надо 8 раз дружно ногами топнуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А сейчас 4 раза в одну сторону и 4 раза в другую сторону покрутиться. Готовы? Девчонки, у кого платье? Кариночка, берем воду за платье, остальные руки на пояс и крутимся. И считаем. 1, 2, 3, 4. Закружилась голова в другую сторону. 5, 6, 7, 8. Закружилась голова? А я уже вставлюсь. Ой, ну, удивляюсь, как ты не упала. А сейчас, девчонки, вы как настоящие принцессы. Делайте 8 раз реверанс. Умеете делать? Умеете? А на момент я показываю. Правую сторону ногу отводим. 1, 2. А мальчики, руки на пояс, просто 8 раз кивают головой. Готовы? Последний, волшебный реверанс. Открыли, мальчишки, руки на пояс. Смотрите. Да? И так вот, просто головой киваете. Девочки, слайд, берите, кого есть. А девочки, остальные руки на пояс. Итак, делаем реверанс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И перевешу, что передо мной стоят настоящий кавалер и маленький пей из волшебной страны. Ну что, день рождения, день рождения. Да чего же он хорош? Дружно, весело и громко подпрыгнем 3 раза. И в честь дня рождения Вероники крикнем 3-кратное ура. Итак, в честь дня рождения Вероники поздравляем, счастья, радости желаем. Ура! 3, 4. Ура! Вероника вместе с нами. 3, 4. Ура! Еще разочек. Ура! Веронику съели? Да. А подарки дарили? Да. Честно? Да. А пожелания говорили? Да. Кто говорил? А кто не говорил? Ну-ка, давайте подскажем. Верочка, начнем с тебя. Ничего страшного, скажи. Благополучие и всего самого хорошего. Молодец, Вероника. Что скажешь, Лере? Спасибо. Иван? Желаю, чтобы у тебя был хороший денек. Ох ты, какой ты перспективный! Молодец, Ваня! Молодец! Молодец! А Леночка? Да, здоровье самое главное. И много подарков, как сегодня на день рождения. Молодец, Вероника. Нет, я желаю. Золотое сердце. А что значит золотое? Доброе? Счастливое. Хорошо, Мартин? Я желаю, чтобы у тебя был хороший голос, и у тебя было много друзей, и машина хорошая. Ух ты! Ну прям благополучие, все с перспективой вперед. Ой, замечательно. Много таких хороших, добрых друзей, как сегодня у тебя на празднике. Ну что, подарки? Скажите, Вероника, подарки ты принимала? А друзей? Пожелания приняла? Поздравления, ритуал ты приняла? Твоя веселая восьмерочка у тебя на лбу затанцевала? Затанцевала. День рождения тебе наступило? А то вот кто принимает подарки, того и за ушки тянут. Вы знаете такое? Ну, да. Все. Нет, ушки хитренько. Подарки принимала. Я возьму легонечко за твои ушки. Красивые, мы тебе их оставим. Вы берите меня за локти. За локти берите, берите, берите. И будем сейчас Веронику очень аккуратно за уши таскать. Вверх, присоединяйте к нам. Хорошо. Лера, считай громко. Итак, 8. 1, расти высокая, 2, счастливая.
А что же за день рождения? Без поздравления вот этой песни, я вам скажу честно. Я на своей волшебной ракете летаю по всем странам и везде пою. Домой, у кого день рождения, одну и ту же песню. Поют в основном. Будем на английском петь или на русском? На русском. Играйте сначала на английском. Мне пели на английском. Вот, давай мы тебе сейчас споем разочек на английском, а потом второй раз на своем родном русском языке. Хорошо? Готовы? Так, возьмемся за руки.